Первый день мы прошли, то есть первую главу. Предложение сохранится. Мы продолжим. Сейчас в полицейском участке будем, там можно будет оружие купить. Во-во-во. У нас уже другой костюмчик. На самом деле я тут не все читаю, я просто как бы глазами так пробегаю быстренько. Ну, не знаю, мне как-то не особо-то интересно. Мне просто хочется побегать, поиграть, а не читать все этот весь этот текст. Так. Ага, в оружейную комнату. Чё, мужик? Смотрите, прикол. Ха-ха. Чё, прикольно, смотрите, видите? По-моему, оружейная комната на другом этаже находится. Вот опять эта музыка. Но это классика. Она и во второй части есть, и в Third Birthday, который на PSP. Тут какой-то чувак, у которого можно оружие купить. Блин, я не то нажал. Сохранить игру, не. Так. А, кстати, он нам дал какой-то предмет. Ну-ка, как его посмотреть? Можно, нет? Рюкзак. Вот, спецордер. Приказ. Перм. Вот что такое перм? Не, блядь, я, наверное, все-таки буду английскую версию скачаю. Мне, блядь, бесит эта хуйня. Ну что такое вот перм? Тупой перевод, блядь. Реально, блин, я на английском больше пойму, чем так. Смена оружия, смена брони. Нет, прочитать нельзя. Дверь открыта. Пермь, блядь. Пермь? Это из города Пермь? Ну, наверное. Это явно не оружейная комната, да? Ваш рюкзак заполнен. Ну, а переложить вещь-то в таком случае нельзя? Не знаю, ладно, фиг с ним. Тут прикольно так по полицейскому участку ходить. Это выход. Лестница это не то, а вот справа дверь это выход. Ага, внизу. Так, пошли сначала сюда. Вот там даже табличка, видите, exit, выход. Так, второй этаж, это там собака будет гигантская потом. Классный босс, кстати, будет. Мне очень нравилась собачка-то. Так, ну тут пусто. Тут брифинг у них был. Всякая информация. На второй этаж поднимемся. Посмотрим, хоть нам надо идти вниз еще. Туда я наверх хочу. Я люблю делать наоборот. Говорят одно, а я делаю другое. А, тут сейчас закрыто. Вот потом, короче, эта дверь будет открыта. А он, может, он сейчас мне откроет. Неа. Вот потом можно будет пройти через эту дверь. Видите, там поворот налево. Вот по экрану, если смотреть налево. Вот туда дальше побежим, и там будет собака-босс. Там еще будет несколько комнат тоже. Там что-то на компьютере вроде надо будет сделать. Что-то там нажать или что-то.
Звоню в оружейную комнату. Помню, я когда начал тоже проходить эту игру и дошел вот как раз до этого момента, когда нужно за оружием идти и все. То есть после того, как я ее несколько раз прошел, вот собачки. Вот, я потом как-то опять начал проходить и вот дошел как раз до этого места, где нужно оружие взять. Вот, думал, завтра продолжу. И все, и так и не продолжил. Я забросил. Это было несколько лет назад. Я не люблю собак, я кошек люблю. Я люблю кисик. Кисик люблю и таких, всех кисик. Во, музыка кончилась, значит, сейчас будет заставка какая-то. Нет. А вот ящик. Нет места в рюкзаке. Обменять предметы, да. Смотрите, у меня аптечек много. Тут ключ. Ого. Позволяет изменить свойства оружия. Что я такого не помню. Ключ. Позволяет изменить свойства оружия. Перм. Это, наверное, применить ключ. Куда? Давайте сюда, наверное. А, перм это переместить. Ёб твою мать. Перм. Сперм, блядь. А как изменить свойства оружия? А как? 20. Защита, видите? 20. У меня 12 защита, а это 20. Конечно же, я эту одеваю. О. Получается, это лучший костюм, который у меня сейчас есть. Но тут лучше прочность 15-18, но это незначительно. Все остальные характеристики лучше, видите? То есть хуже в этом, в протекторе, в костюме хуже остальные характеристики. Вот, смотрите, тут написано, что он изменяет свойства оружия. А вот как это сделать-то? Как свойства оружия и поменять? Тут я ничего сделать не могу. Ладно, потом как-нибудь разберемся. Так, к чуваку я попозже подойду. Тут что-то в ящике. Аптечку на аптечку. Прикольно. А тут где-то должен быть ящик, чтобы я мог несколько вещей сразу класть туда. То есть не по одной вещичке, как я сейчас беру. Положить предмет. А по несколько. По несколько сразу. Понимаете? Давай оружие. Закрой пасть. Дядя Тори. О, АК-47. Да, давай мне. Хочу калаш. Но тут калаша, по-моему, нету. Тут обычные всякие пистолетики. Хотя будет, по-моему, какой-то автомат, который стреляет несколько выстрелов. Но особо тут такого автомата, по-моему, не будет, чтобы стрелять и стрелять и стрелять бесконечно. Ну, то есть беспрерывно, сколько хочешь. Интересно, что он мне сейчас даст? Давай быстрее, блин, что тормозишь так. Посмотрим сейчас. А, вот ордер, который мне... Ага, который мне дали. Вот он. Чё, какое? Подождите, а чё он у меня спросил сейчас? А, модернизация оружия. О, ну-ка. Вот, ключ для модернизации снаряжения. Передавать эффекты и бонусы данного оружия одного оружия другому. Угу. Это я забыл совсем об этом. Ага. Видите, русская версия. Ага, а написано все по-английски. В общем, я понял. Угу, понятно.
Добавить или... Ага, все понятно. Так. Ага, номер слотов должен быть. Ага, все так. Ага. В принципе, ясненько. Так, сейчас попробуем. Вот. Как раз вот у него можно это самое хранить. Так. Давайте пока ничего не будем класть. Отдать хлам. Так. Ну что, давайте посмотрим, какое оружие лучше. Какое хуже? Вот это хуже. Вот это лучше. Во, вот это оружие хорошее. Значит, вот это оружие мы берем. И давайте я попробую ключ вот этот. Подождите, какое оружие у меня сейчас в руках? М1, БА1. Вот. Ага. Плюс один патроны можно увеличить, видите? Плюс один. Ну это нафиг мне не надо. Один патрон всего-то, ну. Ага, ордер по модернизации оружия. Давайте выберем сейчас это оружие. Вот, М1, БА1. Еще слот. Окей. Так. Так, ну что, давайте в другом видео посмотрим, что он там нам сделал с этим оружием.